Всем привет, народ! Вы на канале Лепим Вместе. В сегодняшнем видео будем лепить хомяка. Так что усаживаемся поудобнее, прожимаем лайк и подписываемся на канал. Также не забывая нажать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. Поехали! Хомяки — это подсемейство грызунов. Семейство хомяковых включает 19 видов, относящихся к 7 родам. Стали популярными домашними питомцами. Самым известным видом хомяка является золотой или сирийский хомячок, который чаще всего используется в качестве домашних животных. Другими видами хомяков, которых обычно держат в качестве домашних животных, являются три вида хомячков. Хомячок Кэмпбелла, джунгарский хомячок и хомячок Роборовского. Хомяки являются более сумеречными, чем ночными животными, и в дикой природе остаются под землей в течение дня, чтобы не быть пойманными хищниками. Они питаются главным образом семенами, фруктами и растительностью, и иногда питаются роющими насекомыми. Физически они имеют крепкое тело с отличительными чертами, которые включают удлиненные щечные мешочки, простирающиеся до их плеч, которые они используют для переноса пищи в свои норы, а также короткий хвост и покрытые мехом ноги. К семейству хомяков относятся небольшие, плотно сложенные грызуны с короткими конечностями, маленькими ушами и короткими хвостами. Длина тела варьируется от 5 до 34 см. Хвоста от 0,7 до 10 см. Самки у некоторых видов крупнее самцов. Окраска густого меха на спине от пепельной или буровато-серой до темно-коричневой охристой. На животе черная, белая или серая. Иногда вдоль спины проходит черная полоса. Имеются очень развитые защечные мешки. Хомяки имеют плохое зрение, они близоруки или и дальтоники. We'll be right back.
вот такой вот сегодня получился у меня хомяк. Как вам он, нравится или же нет? Пишите об этом обязательно в комментарии. И пишите, конечно же, что бы вы хотели, чтобы я слепил в следующих видео. Ну, а на этом буду с вами прощаться. С вами был Андрей, канал «Лепим вместе». Всем удачи и до новых встреч. Пока!